всем доброе утро. Сейчас умилительными фотографиями животных в модных костюмчиках удивить почти невозможно. Но столетия назад Гарри Уитер Фриз вызвал настоящий фурор фотокарточками пушистых малышей. Все главные герои его работ переодеты в людскую одежду и на снимках занимаются человеческими делами. Вдохновение пришло к Гарри на одном из семейных праздников, когда сделанная из бумаги шляпка упала со стола и приземлилась на голову кошки. С того момента молодой фотограф полностью посвятил себя этому делу. Полная подборка снимков выложена на admi.ru. Заводчики никак не могли понять, как щенок ежедневно выбирается из закрытого загона. Отчаявшись постичь природу этого волшебства, они установили скрытую камеру и выяснили, если есть сильное желание, любая миссия выполнима. Слоненок первый раз в жизни увидел большую воду. Ролик-реакция. Поребячий непосредственная. На такие кадры можно смотреть бесконечно, комментируют пользователи. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей и увидимся.